Сергей, доброе утро. Здравствуйте, товарищи. Доброе утро, Андрей. Я хочу сказать тем, кто нас слушает, в общем, да, что иногда такая получается петрушка, что мне пишут, вот Дроздов с Верником прогнозировали. Вот. Надо сказать, что у нас по многим вопросам мнения сходятся, по многим расходятся, поэтому вот есть блог Сергея внизу в описании, там, где он показывает свое мнение. Есть мои трансляции, где свое мнение. И, пожалуйста, такую хрень не пишите, да, вы прогнозировали. Потому что Сергей, как бы, считает одно мнение по бумаге. Сейчас он будет говорить, например, про магнит. У меня, может быть, будет другое мнение по бумаге. Так что эту хрень мне больше не пишите. Меня это жутко бесит. Сережа, доброе утро еще раз. Доброе утро, Андрей. Ну, у меня вот есть еще YouTube-канал, там более детально. Может быть, Telegram покажется кому-то скучной, но на YouTube я как бы... Ну, насколько можно, да, подробно объясняю какие-то вещи. Ну, про магнит. Магнит долго ждали дивидендов, но, насколько я знаю, дивидендов ждали где-то приблизительно в 2,5 раза больше. Соответственно, риски коррекции присутствуют. Но, с другой стороны, вот что нужно понимать, да, касаемо там прогнозов и всего остального. Фондовый рынок – это такая штука, что вполне как бы все цели, которые там поставлены, да, у кого-то, ну, в частности, у меня, они могут быть и перебиты, или там слегка недостигнуты, и так далее, и так далее. Тут совокупность факторов. Ну, вот, к примеру, по идее, по классике жанра, наш замечательный рынок, он мог бы и, в принципе, на высокой ставке, на укреплении рубля локальном, мог бы сделать более серьезный откат. Но какого-то большого отката, по крайней мере, пока мы не видим. Поэтому обычно вот такие вопросы задают люди, которые на фондовом рынке не так давно. Те, кто на фондовом рынке давно, они прекрасно понимают, что никогда не поймать хай и никогда, это, и никогда не купить лой. Ну, бывает такое тоже, да? Ну, плюс-минус. Высокие вероятности, там, допустим, поймать какой-то разворот в той или иной бумаге, когда идет там жесткий нисходящий тренд. Ну, таких трендов тоже, знаешь, они не каждый раз бывают. Бывают боковики, ну, все что угодно может быть. И задача человека, который работает на фондовом рынке, как бы работать вообще, в принципе, в прибыль, а не ловить хаи и лаи. Ну, 21-й год тому, наверное, яркая иллюстрация, когда люди там в 20-м пришли на фондовый рынок, и весь 20-20-й, там 21-й год сидели, ждали, купили Алибабу, ой, как здорово, бумага выросла, вообще в космос просто, да, и многие там техи выросли, американские в том числе, и они не стали фиксировать прибыль, ну, потому что будет еще дороже, по пониманию, это просто... Фондовый рынок – это такая штука, еще борьба с собственной жадностью и компромисс. Так что я еще не знаю ни одного человека, чтобы вот он взял все прям по хаям всегда продавал или там по лоям всегда покупал. Ну, такого просто не бывает. Здесь основной момент – это забрать, ну, как минимум, может быть, большую, да, часть движений. Сергей, а вот ты меня сейчас слышишь, нет? Да. Отлично. А то у меня тут какая-то хрень, плашка, что неисправность микрофона. На всякий случай, я просто спросил, мало ли, вот. Так вот, по магниту, не, хорошо слышно. По магниту твое мнение какое? Вот сейчас что делать? Фиксировать прибыля или что? Ну вот я только что об этом вот такое превью, да, и объяснил. То есть фиксировать, не фиксировать, каждый решает сам. Если вы брали на уровнях там значительно ниже текущих, там, конечно, по идее, апсайд еще есть. Куда-нибудь там в район 7000, 7400. Но будет ли достигнут этот апсайд? Не знаю, потому что, ну, как я уже сказал, дивиденды – это дело хорошее, но ожидания рынка были в 2,5 раза выше. Поэтому вот так. И дивидендная доходность, там, по-моему, да, 6% с плюсом, ну, как-то смотрится... Так себе. В мою сторону ты вот, Андрей, жалуешься на критику. У меня тоже есть критики, и в свое время тоже, это вот когда Фосагро, к примеру, в 22-м году, ну, было там на своих, скажем, хаях,
Вот. Я говорил то, что ребята, продавайте, там был такой широкий диапазон, продавайте, когда бумага подойдет к верхней границе диапазона. Ну, многие люди нет, ждали, что будет еще выше, и если посмотреть, где теперь Фосагро, такая же история была по Норникелю в прошлом году, опять же. Ну, вот так вот. Фондовый рынок – это вообще такая очень сложная вещь, и Хорошо, согласен с большая вами. часть – это психология. Согласен. Я правильно, Сереж, я, наверное, зрители меня сейчас поняли. Мы внимание акцентировали на том, что по магниту твое мнение, оно может отличаться от моего мнения. Правильно? Абсолютно, Все, конечно. все. Остальное, поэтому не пишите, пожалуйста, вот такую хрень, что вот вы с Дроздовым прогнозировали. Меня это бесит. Давай поговорим про Мечел. Мне просто интересно, что твое мнение про Мечел. Ну, что по Мечелу можно сказать? Объемы там очень большие, проходят последние несколько недель, там какие-то дни по 25 ярдов, просто торговый оборот значительный, да? И действительно, позитивный фактор в Мечеле – это резкое сокращение долга. Да, действительно, это так. И если открыть месячный, опять же, график, посмотреть, с каких там вершин он упал в свое время, я прекрасно помню, как он падал, каким информационным фоном это все сопровождалось. А вот, ну, сейчас вот идет обратная реакция. Да, действительно, сокращение долга – это позитив. Поэтому, ну, по технике сейчас я вот… Графика у меня перед глазами нету, ну, пока сказать ничего не могу, нужно график смотреть. Там действительно при общей там позитивной конъюнктуре, ну, определенный апсайд присутствует, но Мечел бумага очень волатильная с высокой бетой, то есть он как и растет на 4-5%, так и откатывать может также на 4-5%. Мне вот Мечел ну, как компания не очень нравится из-за вот такого не очень, наверное, хорошего управления. Но это, опять же, мое мнение. А так, в принципе, я бы тоже, наверное, уже склоняюсь к тому, здесь против рынка-то стоять глупо, я не шарчу, конечно, Мечел. Но если бы увидеть общую коррекцию на рынке, да, которой пока нет, на таком драйве, на каком-то серьезном там проливе, Мечел вполне можно было бы, наверное, взять. Но чисто вот на всей этой идее, на сокращение долга. Дивидендов, мне кажется, ждать там пока не приходится. Но пока вот такая история. Кстати, бумага достаточно техничная. Да, безусловно, согласен. Вот. По Сбербанку. Меня удивил один из зрителей, написал мне письмо, как вы будете прыгать, когда будет добка по Сбербанку. А что, предпосылки есть какие-то к добке по Сбербанку? Ну, не знаю, кто надоумил твоего зрителя на допку, да, есть разные ресурсы в блогосфере, но, наверное, даже самый упоротый блогер вряд ли про допку может сказать. Ну, хотя все может быть. Но давайте разбираться, когда вообще компания объявляет доп. Эмиссию. Когда им не хватает денег, да, на операционные результаты, либо как в позитиве для мотивации менеджмента для повышения фрифлота. Но ни того, ни другого в Сбере я не вижу, поэтому никаких допок там быть не может. А вот позитив, связанный с увеличением дивидендов, ну, к примеру, не 50% от чистой прибыли, а там 60 или 70, да, в сложившихся обстоятельствах, такая история вполне может быть. И в Минфине на это уже как-то намекали. Поэтому в декабре должна быть озвучена новая там политика Сбербанка. Вот и посмотрим, что там скажут. Но даже и без увеличения размера, да, дивидендов, я думаю, что перспективы у Сбера неплохие, апсайд есть, и я пока держу. Но, опять же, по Сберу какой у меня план, если, опять же, все вот упирается в если. Если увидим хорошую коррекцию, я добавлю еще 10%, сейчас у меня 30% от портфеля, добавлю еще 10%. И вот этими 10%, наверное, буду проводить какие-нибудь среднесрочные спекуляции. Ну, назовем это так. Ты меня слышишь вообще? Слышу отлично. Опять мне выбегал, что типа... Это у меня просто много USB сюда в один порт. Надо будет убрать это все после нашего интервью. А какой апсайт? Какая справедливая стоимость Сбербанка сейчас?
Ну вот смотри, я не знаю, люди, знаешь, вот так вот меня удивляет. Еще в прошлом году вот на твоем канале, когда Сбер там стоил 120, 130, я рассказывал о том, что в 2023 году минимальные цели будут 270, 280. Ну, то есть эти цели достигнуты. Дальше, какой апсайд? Я думаю, что он плавно пойдет к своим историческим максимумам. Но это будет абсолютно не быстро. Даже по динамике, если с точки зрения трейдинга смотреть на Сбербанк, там на коррекциях, которые были, ну, откаты, они практически минимальные. И снижается он со скрипом. И Согласен. это обусловлено тем, что в каждом практически фонде есть эта бумага. Ну, сейчас в комментариях напишут. Вот именно, в каждом фонде есть, покупать-то некому. Ошибаетесь, потому что приходят в фонды новые клиенты, новые деньги, либо старые клиенты давно носят деньги. Куда запихивают управляющие эти деньги? Ну, в ликвидные бумаги в первую очередь, в такие как там Лукойл, Сбербанк, вот, и так далее. И так как идея весьма прозрачна, бумага устойчива, ну, соответственно, там есть вот такой вот позитивный момент. Безусловно, нельзя исключать каких-то там коррекционных откатов, которые вполне могут быть. Но это будет хорошая возможность докупить бумагу. Сейчас для среднесрочников, да, как работать со Сбером? Как я уже сказал, как я вот буду делать, да, и смотреть, куда к отсечке, к маю месяца придет бумага. И там уже принимать решение, фиксировать его целиком или нет. Согласен. Вы когда с тобой говорили про магнит, я сказал людям, да, что у нас разные могут быть мнения насчет магнита, ладно? Они поняли. По Ну, Сбербанку, надеюсь. чтобы не писали мне всякую хрень, пожалуйста, в комментариях, что вы тут с Сергеем. Нет, у нас разные могут быть мнения. А по Ты знаешь, поводу. Андрей, извини, я тебя перебью. Да. Я вот на критику реагирую как бы абсолютно спокойно. Ну, если критика там без матов, без какого-то бреда, да, ну, написано нормальным, Это не вменяемым. критика, а скорее недопонимание людей, что у нас множество на канале спикеров интересных. Вот Сергей Дроздов, один из ярких звезд. Ну, не надо мне. Их множество, сотни. И каждый раз мне пишут одно и то же. А вот вы с таким-то, таким-то вот прогнозировали. Что за бред такой? О, вот. Теперь. Но мне, Андрей, написали, что я херовый экономист, потому что я продал доллары по 98. Представляешь? Ну и ничего, я улыбнулся на это. Ну, собственно, и все. Что здесь можно сказать? Я написал, что время покажет. Ну и показало, в принципе. Ну, конечно, все расставит себя. Кто-то едет на автобусе, кто-то на такси, кто-то на Майбахе. Все расставляет жизнь само собой по этому. Вот, это нормально. Я так считаю, да? Критика, мы не против критики, мы просто хотим поставить акценты, понимаешь? С самого начала могут прицепиться вот к этому. Люди просто не понимают, да, насчет магнита, что у тебя одна точка зрения, у меня может быть другая точка, ладно? Меня волнует только магниты, все. По Сбербанку у нас мнение совпадает. Вот есть, как бы корова молоко хорошее дает, жирное. Так че ее резать-то? Непонятно. Не будем ее резать. Сбербанк, я имею в виду, корова. Пока не будем. Не будем резать. А критика? Ну, пускай покритикует мою акулу биржевую, которая вот здесь нарисована. Я не против. ВТБ. Ну, что сказать? ВТБ также будет подтягиваться вслед за Сбером, но только более медленными темпами. Понятно, что там фундаментал совсем другой. С момента первичного там размещения, ну, точнее, листинга там на Мосбирже, да, народного IPO, так называемого, там уже я даже со счету сбился, сколько было доп. Эмиссий. Вот. Поэтому ВТБ, ну, не знаю даже, наверное, можно рассматривать как спекулятивную такую бумагу, но что должен здесь отдельно сказать? Я за вот долгое время работы на рынке наблюдал в ВТБ такие вещи, несмотря на не очень хороший фундаментал. Вот, как в какой-то момент акции ВТБ начинают расти. Вот они просто начинают расти просто очень сильно. Народ считает, что рост несправедливый, начинает шортить, и на шортах бумага растет еще больше. Не помню, в каком это было году,
но вот эти вот шорты, обеспечение по шортам, процент, да, доходил до 80% годовых. Вот настолько нашортили бумагу. Ну и когда шортистов порезали, рост там прекратился. Здесь нужно смотреть в данный момент, наверное, больше на технические параметры, да, проход ключевых уровней. Ну вот пока работать как-то только, ну, вот в таком ключе. Безусловно, как бы, если вы хотите закинуть деньги в банковский сектор, ВТБ, с точки зрения фундаментала, я здесь делаю акцент, это, конечно, здесь лучше, безусловно, конечно, Сбербанк, чем ВТБ, но спекулятивные какие-то выносы ВТБ вполне могут присутствовать. Это тоже нужно учитывать. Ты сейчас сказал про шорты. Я уж хотел тебя спросить, а ты смотрел данные по поводу Сбербанка? Может быть, там шортов дофигища, поэтому и такая динамика, что все выкупается. Какие данные ты имеешь в виду? По количеству коротких позиций. О боже, Андрей, ну я вообще как бы сам на это не смотрю и смотреть никому не рекомендую. В Все, я свое просто время, спросил. Да, я понимаю. да-да-да, нет, я для твоих зрителей. Вот эта вот фишка с открытым интересом, количество физиков-юриков, количество открытых позиций шортов-лонгов, это только собьет вас с толку. Вот, и не будет способствовать принятию правильного решения. То есть может сложиться такая ситуация, что исходя вот из этих данных, там вам покажется, что бумага должна падать, а произойдет все ровно наоборот. На самом деле, вот, когда я только начинал, вот, первые сделки вообще были у меня в плюс на каких-то моих, на моем элементарном интуитивном трейдинге. Чем больше я стал углубляться в эту историю, чем больше я начал смотреть на целую кучу всевозможных параметров, ну, в какой-то момент торговля стала ухудшаться. На самом деле, чем проще ваша торговая система, тем лучше. Не нужно смотреть все подряд, это только будет мешать. Это история про сороконожку, которую спросили, как она ходит. Тут она задумалась и остановилась. До этого она ходила замечательно. Вот, давай поговорим. А, кстати, ребята, не забывайте, что у меня есть каналы. Ссылочка в описании. Мне кажется, они достаточно полезные. Даже многие спикеры на них подписаны. Вот, пожалуйста, внизу ссылочка в описании. Вот, давай поговорим про объединенную вагонную компанию. Тут возникли у нас споры, нужно ли как-то получать при трейдинге, как бы торговать только качественными акциями, либо можно торговать всяким дерьмом, главное, критерий – это прибыль. Как ты считаешь? Смотри, разумно такие компании не покупать, потому что ты начинаешь, когда заниматься трейдингом в такой бумаге, рано или поздно ты ошибешься. Это неизбежно. То есть ты можешь провести там 2-3 удачных трейда, но на четвертый ты просто ошибешься. И если у тебя там не стоят стопы, а стопы в таком неликвиде, поставить тяжеловато, может быть, проскальзывание, рано или поздно можно попасть, особенно если торгуешь всей котлетой. Правильно не торговать вообще, в принципе, такие бумаги, не щекотать себе нервы. Ну, это мое мнение. Есть люди, которые действительно любят ловить падающие ножи, любят торговать вот эти отскоки, но рано или поздно это закончится плохо. В таких бумагах, ну, как бы, сложная, да, эта история. Там, где ты идешь против ветра, да, против фундаментала, фундаментал в конской доп. Эмиссии в данной бумаге, ну, Ну, не кому? исключено, что ты как бы попадешься, возьмут тебя за хвост рано или поздно. Значит, отскоков хочу сказать, что кому-то и шорты давали, как выясняется, по этой бумаге. Ну, насколько я знаю, там, по-моему, только Тинькофф давал шорты по этой бумаге. Да, я намекаю на эту грустную историю. Грустную историю. Как в неликвиде с плечом стат Ну, один ты танк. знаешь, Андрей, вот а-ля, ну, конечно, не совсем так, но тем не менее, вот Сегежа, да, фундаментал откровенно плохой. А смысл как бы залезать в эту бумагу вот именно, ну, было вот последний месяц, да, к примеру, когда все там было достаточно
прозрачно, да, негативно, в негативном ключе. Сейчас могут написать, да, Сигежа хорошая компания, да слов нет. Все, она, конечно, хорошая, но огромный долг и так далее, и так далее. И Сигежа – это история про снятие санкций. И только тогда у Сигежи там появится шанс на восстановление, там, на сокращение долга, да, для начала, потом на восстановление прибыли и так далее, и так далее. Но готов ли кто-то вот сейчас, вот большинство из твоих подписчиков, взять ее и держать по времени, ну вот неопределенное время? Если у кого-то есть такой ресурс и желание, да, держать несколько лет, ну это одна история. Потому что потом, знаешь, через 2 года напишут, а вот вы сказали Сигежу-то тогда не покупать, а я купил 2 года-то тому назад, а сейчас вон она как выросла. Просто не всем подходит, да, держать там бумагу, к примеру, 2 года. И я думаю, не каждый купит ее на десятки миллионов рублей там в свой портфель. Ну, неправильная, да, история. Интересная бумага на конференции Smart Lab Management, то есть представители Сигежи говорят, что все хорошо, мы переориентируемся успешно на рынке Азии. Отчетность показывает, что все очень плохо. Очень интересно. И зрители еще из Карелии пишут, что вы ничего не понимаете. Я живу там, я знаю, что это крутая компания. Ну, я не понимаю, я просто не торгую, и все. Кстати, Сигежа, Сережа, Сигежа в январе выходит, выпускает облигацию замещающую. Наверное, доходность, учитывая все эти обстоятельства, будут очень хорошие в долларах, я так думаю. Меня, Андрей, знаешь, удивляет размышление о фондовом рынке. Вот люди гонятся, у меня тоже в моем YouTube, там, в Телеграме задают вопросы. А вот чтобы из корпоратов, из облигаций взять? Угу. И у меня вот вопрос сразу вот к людям. То есть, ну, допустим, доходность по ОФЗ сейчас 13%, да? По корпоратам, ну, пусть будет там 15%. В корпоратах там полный неликвид. Даже в Сбере зайти нормальным объемом, ну, проблематично. Устанешь собирать хороший объем там. Mm. И вот из-за этих 2% на небольшом объеме как бы брать на себя корпоративный риск, зачем? Это вот, вот эта вот вся история, на мой взгляд, вот опять же, про вот эти вот блогеров, которые генерят контент и ищут какие-то идеи. Вот идея там, а давайте возьмем облигацию вот такую-то, там на 2% доходность выше. Но если у вас сотни миллионов рублей, да, 2% роль сыграют. Если 10 миллионов, 3, 5, ну не сыграют большой роли, а риск вы на себя возьмете. Зачем вот это делать? Или вот последнее время, уже несколько раз мы с тобой говорили, фонды ликвидности, доходность 14%. Выйти можно в любой момент. Нафига облигации? Сергей, ты против моей... Эмоционально выступил. Моей концепции широкой диверсификации? Нет, потому что фонд ликвидности, пока ставка такая-то, все хорошо. Как так поедет вниз, и доходность кукожится. А тут ты возьмешь, зафиксируешь доходность на болительный период. Поэтому тут разные подходы, мне так кажется. Да, согласен с тобой. Каждый выбирает для себя... Ну, я, допустим, для себя выбираю, да, более какие-то комфортные условия. Вот да. Эта вот вся история про ловлю ножей, про какие-то гонка за лишними полпроцентами. Ну, я понял. Тебя, короче, в бедах ОВК искать не надо. Там твоих бедов нет. Я все понял. Ну, однозначно. И в Сигежи тоже. В Сигежи. Кстати, я тут ошибся. Сигежи не замещайка выпускает в январе, а плавающие облигации с плавающим купоном объемом на 8,2 миллиардов рублей. Вот, покупаем. Срочно. Ну, по облигациям я свое мнение уже высказал. Там, да, есть такая история, что ФК-система может как бы, ну, в кавычках, да, не в кавычках, не знаю, как правильно выразиться, помочь Сигеже, да, не дать обанкротиться и так далее. Поэтому, как бы, по облигациям, возможно, что и как бы так. Но, опять же... Если в Сбер вы не можете зайти в облигу, да, хорошим объемом, ну, здесь-то что-то там, на сколько вы купите? На 200 тысяч рублей? На 300? Давайте поговорим про Новатэк, если не против. У Новатэка мы видим такой мини-нисходящий тренд, обусловлена вся эта история, ну, усилился он. После того, как американцы заявили, что... так жестко, да, что не дадут развиваться там Арктика СПГ-2. Ну, видно вот так.
Ну, АТЭК тоже история такая, то, что дивидендная доходность там невысокая, и практически вот весь этот драйв, он идет на, ну, как бы, на вслед за рынком, можно, да, вот так сказать. Плюс ко всему, вот эти вот ребята, владельцы, олигархи наши, да, крупных компаний, им, конечно же, выгодно повышать капитализацию. Ну, по понятным, да, причинам, более доступные кредиты и так далее, и так далее, и так далее. Вот в отдельных компаниях есть такая история. К примеру, Тинькофф в свое время так делал, были даже очень хорошие, я помню, видос они там выпустили на юбилей компании, по-моему, на юбилей компании, я так с удовольствием посмотрел, и вот у них одна из целей была повышение капитализации, если открыть график, да, до 22 года. Вот, ну, как бы вот так. Вот и подумайте, что там делать. Кстати, Магнит, про который мы говорили в самом начале, там бумага вела себя так же. Несколько лет она просто росла, безоткатно росла, ну, якобы на расширениях сети. А на самом деле это просто вот как раз надувалась капитализация, чтобы эту сеть расширять. Есть Это там. вообще хорошие истории. Там, где есть признаки того, что мажоритарий вот готов это делать, да, раздувать капитализацию, ну, конечно, нужно присоединяться. Только главное вовремя с этого поезда соскочить. Потому что, вот как мы видим, сейчас идут у нас на рынке IPO, и те, кто размещается очень хорошо, они сразу уже начинают говорить, что в будущем мы еще и IPO сделаем. Ну, по таким-то ценам что не сделать? Такие вещи тоже нужно понимать. Интересно тебе вообще Новатэк? На какой цене тебе интересно? 1400, 1390 или ниже купить в долгую? Слушай, ну вот говорить, по какой цене мне это интересно, конъюнктура на рынке может резко поменяться в любой момент. Если я скажу сейчас, что мне интересно 1400, а придет какой-то мега-негативная новость, и интересы сдвинутся намного ниже. Пока я так за ним смотрю, ну, пока даже не думаю, где он там мне интересен. Для меня вот желательно, чтобы в бумаге был хороший фундаментал, чтобы желательно были неплохие дивиденды. В такой бумаге сидеть спокойней, без нервов и не дергаться, не реагировать, не рефлексировать на каких-то сильных коррекциях. Так, друзья, мы сейчас акции обсуждаем, да? Мы все акции не обсудим. Меня достаточно часто критикуют. А что же вы какую-то акцию забыли? Но мы не забыли, все больше и больше в листинге Московской биржи. Мы не можем все обсуждать. Правильно? Ну, как что? Мы не забыли. Вот мы обсудили акцию магазинов, которая лидер роста за неделю, да? Вот еще у нас лидер роста Татнефть, например, есть. Что ты думаешь по поводу Татнефти? Слушай, ну, история Татнефти, когда она, не помню там в каком году, падала со своих максимумов, как раз там, по-моему, что-то 700-800, вот. Там была такая фишка, что были у них программы там развития, много денег они требовали, и поэтому там бумага снижалась. Видимо, сейчас вот эта вот вся история закончилась, и потихонечку бумага, ну, Понятно. продолжает там свой рост. Но если мы сейчас графики там нефтяников откроем, Могу Лукойл открыть? У меня Лукойл есть. ну нет, там Рабочий? Газпромнефть, да, она Рабочий. там А у меня нет вообще графика такого. как бы улетела просто в космос. Не знаю, насколько это обосновано, но спорить с рынком, да, бесполезно. Я, Не честно будем говоря, париться. не рассчитывал, что она улетит. Но «Газпромнефть» — это как бы акция не первого эшелона. Ликвидность там не такая большая, ну, скажем так, в обычные торговые дни. Да, она там появляется, когда идет всплеск. Но такие бумаги проще всего и задернуть. Поэтому что ж, тут уж никуда не денешься. А прогнозировать дальнейшее движение «Газпромнефти», да, становится очень тяжело, потому что бумага вышла на новые уровни, исторические максимумы. А исторические максимумы всегда сложно прогнозировать. Ну, практически там, ну, не то, что невозможно, но сложно. И на самом деле, когда вы видите такие пики, это, опять же, вопрос про жадность. Вот есть такая бумага у нас в S&PАвисма. Если открыть там месячный график, посмотреть, что сейчас происходит, это тоже история про жадность. Там, где люди не зафиксировали вовремя прибыль, рассчитывали, что будут еще какие-то новые хаи.
Так, Сережа, спасибо. Лукойл, твое мнение. По Лукойлу у нас в декабре, по-моему, если я не ошибаюсь, 14 декабря будет отсечка. Поправь, если я ошибаюсь. Вот. Соответственно, тоже Лукойл, как и Сбер, идет вниз прям со скрипом. Вот прям со скрипом и все. И пока там нет технического сигнала на продолжение снижения. Ну, а естественно, под отсечку он там будет немножко повыше. Здесь нужно смотреть на исторический максимум. Вот. И по технике, как правило, когда идет пробой исторического максимума, ну, как минимум, еще бумага там может прибавить где-нибудь от 2 до 5%. Ну, так это работает, особенно в ликвиде, потому что тоже есть желающие пошортить, считают, что рост несправедливый, и вот на этих шортах идут новые хаи. В целом, у Лукойла как бы складывается все, по крайней мере, пока неплохо. А давай поговорим у компании, у которой складывается все плохо. Алроса. Да много раз мы с тобой о ней говорили. Просто бесконечное, наверное, количество раз. И да, действительно, там все нехорошо. Но видишь, вот ты график открыл. И на графике есть все-таки, да, какие-то выносы. И на этих выносах люди начинают, ну вот видишь, ведь все-таки она выросла, а я на Алросе заработал 10%. Ну да, хорошо, что на Алросе там в моменте заработано 10%. И как бы, опять же, отсыл к началу нашей с тобой беседы о том, что в любой бумаге может быть вынос. Да, вот в ВВК в том же тоже бывают там выносы внутридневные, но фундаментал здесь пока фиговый. И поэтому как бы на данный момент здесь нет предпосылок для того, чтобы бумага там сильно росла. То есть она сейчас условно на медвежьей территории находится, на медвежьем рынке. Поэтому для спекулянтов, которые там гоняют ее там внутри дня, подойдет вообще любая бумага. Для инвестора с точки зрения фундаментального и на данный момент технического параметра, ну, она пока не подходит. А, вот мы сегодня интервью сейчас проводим, да? Больше всего тебя будут бить за магнит и за сегежем. На всякий случай я дистанцируюсь. Это вот мнение Сергея, у меня может быть другое мнение. Подожди, а что меня бить за сегежу, когда я на своем YouTube-канале... Еще, ну, это крайний раз, а может и не крайний, я еще в августе говорил о том, что там все плохо и есть риски дальнейшего снижения. Вот будут бить, они что, сейчас... за что меня бить? Вот результат, в общем-то, будут бить, на графике. Ну, скажут, что вот... А то, что не покупать или покупать сейчас, я, в принципе, надеюсь, все как мог доходчиво объяснил, и поэтому как бы здесь каждое решение принимается. Я могу дать прогноз, за что тебя будут бить? Вот тебя будут бить больше всего за магнит. А теперь хотелось бы просто чисто аналитический прогноз, и все. По поводу доллара на московской бирже, твое мнение? Слушай, я вот все больше склоняюсь поступить следующим образом. Откупить то, что я продал, забрать там, ну, на текущий момент процентов 9%, вот, и дальше уже смотреть, как ситуация будет развиваться. То есть, если все-таки ключевой уровень там будет пройден, и дорожка у нас откроется куда-нибудь в район 80-85, вот там уже как бы докупать. Ну, а нет, так нет. Сейчас пара торгуется вот как раз без каких-то, скажем так, сигналов. Там нет сигнала технического ни на рост пары, ни на, знаешь, ускорение укрепления там рубля. Поэтому на следующей неделе будем смотреть. Либо там опять будет какая-то консолидация, уход в бок, ну, либо все-таки будут какие-то уровни пробиты. Пока вот так. Да, я думаю, что если будет... Каждому прогнозу, вот что нужно объяснить зрителям, есть свое время, да? Нельзя прогнозировать тот или иной инструмент вот каждый день, прям бесконечно, или там каждую неделю. Вот был когда прогноз по доллару, то, что он будет падать, да, рубль укрепляться после действий наших монетарных властей. Вот он сработал. Теперь у нас второй этап. Где все это дело откупить или купить? Но для этого пока нету каких-то технических предпосылок. Когда... А тыкать пальцем в небо или в другое место, да? Ну, это как-то, на мой взгляд, неправильно. Когда, значит, я там был доллар по 100... Значит, я говорю, не покупайте, в общем, будет под 85.
Мне написали, а как же так, вот Оксана Мащенко, или как ее там, Мищенко, стала по 97 с осторожностью покупать. Я говорю, ну пускай покупает, это ее, так сказать, деньги, почему нет? Вот, ну почему нет? Господи, разные мнения бывают. Вот, поэтому... Слушай, но все эти люди, они поднялись там в году 20-21 на бычьем рынке, да, завели там свои какие-то ресурсы, были коллаборации, куча рекламы, и с умным видом они потом рассказывают там что и как. Ну, это очень интересная история. Ну, вот просто тогда посмотрите, как они действуют, какие они там прогнозы вам раздают, ну и, соответственно, делайте выводы. Ну, просто есть выбор, да, вот есть канал Сергея Дроздова, который на рынке там 17 лет, есть Андрей Верников, который 27 лет. Вы выбираете, так сказать, на кого подписано-то, и нефига мне тут жаловаться, что вместе с Мащенко рано, ну, потом, ну, это ее личное дело, она в плюсе будет рано или поздно. Доллар же доллар, надо только покупать, это же доллар, пойми, Сережа, доллар. Как можно доллар продавать? Доллар – это вот такая штука, вот, вот можно повесить вот так вот. О! А если ты продашь, то тебя ножницами чик-чик, вот чик-чик, понимаешь, одно место, чик-чик. Поэтому нельзя продавать доллар. Вот, я так считаю. Все, спасибо большое. Я хочу, чтобы мы сейчас пошли, отдохнули, пошли на лыжах и вообще хорошо провели, так сказать, выходные, воскресенье. Да, спасибо, Андрей. Спасибо.